Здорово! Сегодня видео у нас будет весьма интересный и эпичный баг. В общем-то, для этого нам понадобится гоночка, именно вот такая вот карта, токсичная трасса называется, и минимум три друга. В общем-то, берем, собираем народ и едем в бой. Итак, на счет три. Раз, два, три! Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money. Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Итак, для нашего бага понадобится минимум 3 человека. Будет круто, если у вас будет человек 5-6, баг тогда получится точно с первого раза. Итак, мы, когда уже собрались с друзьями по несчастью, договариваемся взорваться одновременно. Можно в кислоте, можно просто самоуничтожением. И если вы взорвались практически в одно и то же время, то у вас получится вот это. Если вы будете на колесных крафтах, то вы видели, что будет. Здесь наши полномочия все окончено. Вы просто вылетите из игры. Если у вас ховерный крафт, то будет происходить вот это. Вы вылетать не будете, но на карте будет происходить какая-то вакханалия. В общем-то, ну, я не знаю, как это вообще работает. Я не представляю, как до этого народ додумался, как вы этот баг вообще нашли. Но, честно говоря, мне понравилось. Это не описать словами. Это самый трешовый баг, который я видел. Пишите в комментарии, как вам. Ну, а я предлагаю посмотреть, что же мы творили с подписчиками. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands. Ну, короче, как-то так. Весьма эпичный баг, когда ты маленький, а на тебя рушатся вот эти вот огромные крафты. Красава вот вылетает, что-то там постоянно происходит, что-то взрывается. Эпично. А пока что баг работает, поэтому можно с друзьями поприкалываться. Если у вас будет колесный крафт, то сразу говорю, буквально через 7 секунд красаут вылетит. Если у вас ховерный крафт, то все будет зашибись. Поэтому этот баг лучше всего делать с ховерами. Ну, ждем фикса. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you